Слышно? Да, слышно. Да. Только меня чуть зовут... поближе к нам. Да, меня зовут Анусенко Юлия Владимировна. Я волею судеб вплелась в такую деятельность, для себя не свойственную. Я вообще, собственно, до войны была программистом и работала в ИТ-сфере с крупным, с малым, средним бизнесом. Вот. Но СВО заставило своими квалификациями быть полезной родине. И буквально в первые дни я организовала, инициировала проект «Помощь спецназу», потому что я и работала в свое время в одном из ведомств, и знаю не понаслышке, как работает система изнутри. У меня осталось много связей, коллег. Вот. И так случилось, что в моих руках оказался ресурс и на стороне силовиков, и на стороне бизнеса. И я сразу в первые дни увидела, в какого масштаба проблемы мы вляпались. Просто потому, что они не умеют разговаривать с другими. И пришлось буквально, в смысле слова, поставить на паузу всю свою основную деятельность и работать в качестве соединительной ткани между бизнесом, государством, да, и силовиками, помогая тем самым ребятам нашим выжить, потому что мы видели, как потерянное нами время в буквальном смысле слова трансформировалось в людей, которых мы теряли. Мы прям видели, как счетчик увеличивался этих смертей. Вот, соответственно, в процессе того, как началась элементарная помощь, мы кормили, поили, одевали, грели, лечили, там одевали в броню. Стало понятно, что этих ресурсов совершенно недостаточно, и нужно, чтобы кто-то очень крупный, собственно, вступил уже в игру и усыновил этот проект, и усыновителем выступила Ассоциация ветеранов, Международная ассоциация ветеранов подразделения «Антитеррор Альфа». Я к ним пришла и попросила прямо поддержки, сказав, что, ребята, где спецназ и где я? Пожалуйста, вы спецназ, вот спецназ, мы умеем с ним работать, вы умеете с ним работать, давайте сделаем хороший, большой, красивый проект. И он действительно стал большим и уникальным своего рода, потому что, в своем роде, потому что в одном месте сошлись очень сложные ресурсы. Это деньги бизнеса, это умение коммуницировать, это умение управлять и непосредственно те самые скрытые таинственные силовики, в руках которых сосредоточена очень большая власть. И мы стали учиться все это дело соединять. Почему я выступаю в этой секции и вообще рассуждаю на тему мобилизационной экономики, да, и гаражного ВПК? Потому что за это время, собственно, мы успели поработать практически со всеми ведомствами и со всеми подразделениями на фронте. И вкратце сейчас пробегусь по проектам, которые мы успели реализовать, и вы из названия этих проектов просто поймете, почему я сейчас буду рассуждать об этих проблемах, да. Что мы успели, в чем непосредственно я успела поучаствовать и внести свой прямой вклад в развитие каких проектов, крупных, системных, я их называю, потому что мы решали системные проблемы. Мы не затыкали дыры заплатками, а пытались разработать решение, которое можно потом отмасштабировать и которое закроет целый участок проблемный для фронта. Так вот, собственно говоря, начну с того, что мы на всех уровнях попытались оказать свою помощь, начиная с фронта, где бойцы сражаются, затем, где после получения ранения это госпитали, целая система госпиталей, там отдельная большая проблема, мы там также влезли со своими системными проектами, выработали решение, отчасти внедрили, отчасти нуждаемся в государственной поддержке. Затем это прием бойцов в гражданское сообщество после того, как они стали совершенно неспособны, небоеспособны, это лечение ПТСР, это реабилитация, прохождение реабилитации и, собственно говоря, конечно, повторная социализация этих бойцов в обществе, потому как им требуются рабочие места и заработок. И эта система тоже до сих пор не отлажена. В общем, на всех этих уровнях мы реализовывали проекты. Первым большим проектом был проект, который назывался «Народная радиосвязь», когда стало понятно, что нет элементарной связи между подразделениями, когда они зашли и застряли там на Украине. Я непосредственно участвовала в том, что мы помогли раздобыть деньги на масштабирование производства средств радиосвязи для одного из наших отечественных производителей, решение которого показали наивысшую работоспособность в условиях очень мощного РЭП-подавления. Мы эти деньги нашли, и сейчас это производство масштабируется. В течение полугода-года фронт начнет насыщаться этими решениями.
Затем, поскольку в моих руках есть большая возможность получать живую обратную связь с фронта, мы, соответственно, стали создавать вот эти решения из того, что было, да, для контуров управления артиллерийским огнем. И мы ребятам поставляли, артиллеристам со всего фронта, у нас есть тайно скрытое сообщество, где офицеры практически со всего фронта, офицеры артиллерии общаются между собой, формулируют проблемы, мы оттуда эти проблемы брали, помогали ребятам, искали деньги, поставляли туда необходимое оборудование, и в боевых условиях парни тестировали и создали контур управления артиллерийским огнем, то бишь доразведка целей и корректировка артиллерийского огня. Ну, понятное дело, в самом начале СВО мы быстро кинулись разрабатывать коллекции зимней одежды, когда парни мерзли, и к осени уже вошли, ну да, это тоже был системный проект, мы нашли поставщиков, поставили функциональные задания, и вы разработали эти коллекции, нашли деньги, и, в общем, стали в отряды поставлять эту зимнюю одежду, чтобы парни не мерзли, сделали довольно много. Вот, и смешно, ну, для меня это смешной проект, потому что мы помогли вернуть запертые на замок снайперские винтовки, которые вышли уже из обихода, в то время как снайперов, которых нужно было готовить в большом количестве довольно быстро для фронта, не на чем было обучать. То есть снайпера действующие довольно быстро выбывали, потому что разведка противника тогда работала лучше, их быстро выбивали, а новых не было, учить было не на чем. И мы, собственно говоря, пользуясь связями, нетворкингом Ассоциации ветеранов «Альфа», прошли все необходимые уровни согласования и вернули эти винтовки со складов вместе с боеприпасами, что значительно ускорило подготовку новых снайперов для фронта. Затем я помогала ребятам в создании системы искусственного интеллекта. Это распознавание целей, расположенных на борту дронов, с воздуха, соответственно, да, я поставляла туда большие объемы данных, на которых обучались нейросетки. То есть я соединила вот эти между собой все системы, с фронтом убрали данные, поставляли ребятам-программистам, они на этих данных тренировали свои системы. Собственно, помогали ребятам тестировать решение, которое сейчас уже широко будет внедряться, это система искусственного интеллекта, которая доводит дрон с высокой точностью и обеспечивает его попадание в цель. Не могу не спросить, а сколько метров в час, так сказать, дистанция включения доводчика? Слушайте, было от 500 до 280, там все зависит от того, когда оператор захватит. Вот, значит, что еще помогали производителям? Дорабатывать FPV-дроны, предоставляли, искали им полигоны и на фронте просили подразделения потестировать, обеспечили мощную обратную связь. И, собственно, в самом начале войны, да, помогали дорабатывать, да и сейчас помогаем коммерческие дроны под разные задачи. Вот, из теперешних, это все старые проекты, которые мы реализовали для госпиталей, мы организовали производство специальной одежды для бойцов, причем системное, большое, конвейерное, для бойцов, у которых, у них же всех очень сложные ранения в наших центральных госпиталях, и они со сложными конструкциями лежат и поступают голые в госпиталя. И мы, в общем, наладили производство этой одежды для того, чтобы парни не были раздетыми, плюс мы снабжали их одеждой на выходе и необходимыми там сумками, с самым необходимым для того, чтобы боец мог доехать до дома, плюс его транспортировку поначалу обеспечивали. Сейчас уже и РЖД, и авиакомпании хорошо в это дело включились, и, в общем, таких проблем нет. Поначалу было, мы этих бойцов таскали на себе, и, в общем, поняли, что это масштабная большая проблема, и это тоже все организовали. Вот, сейчас такие в работе большие проекты, как, например, обучение АСИНТу представителей многих всяких ведомств и спецназа для того, чтобы на их базе, там, где они дислоцируются, можно было открывать собственные разведцы. Для тех, кто не знает, АСИНТ – это разведка по открытым источникам. Проще говоря, разбор данных из открытых источников, да, разведка целей с помощью АСИНТа. Ну и, собственно говоря, мы и создали несколько таких подразделений на фронте, чем помогли, собственно, доразведывать эти цели и ускорили процесс их поражения. Вот, один из больших таких интересных системных проектов – это разработка большого беспилотника, малой бомбардировочной авиации, который предположительно сейчас будет работать в Африке. Это очень интересный проект, он требует средств, но он уже в высокой степени готовности, очень интересный. Очень интересный большой системный государственный проект, он будет очень долго продвигаться, но мы непосредственно сейчас принимаем участие в его продвижении. Это система быстрых проверок на полиграфе, на транспортных узлах и местах,
ну, контроля пассажирских потоков для того, чтобы контролировать входящие миграционные потоки в страну с целью быстрого отсечения потенциальных террористов. Ну, там многослойная очень проверка, очень интересная система, она очень долго внедряется, то есть в целом горизонт внедрения там от 2 до 5 лет. Требует большого количества согласований, изменений законодательства, но опираясь на наш нетворкинг, в общем, этот процесс запущен, и я думаю, что он будет реализован. Плюс мы создаем приложение для раннего аварийного оповещения бойцов о том, что они находятся в прицеле, и скоро состоится арт-удар. То есть есть, по ним прилетит скоро. Есть такие источники, которые поставляют эти данные в штабы, и, собственно говоря, мы со штабами сейчас работаем с тем, чтобы эти данные было легко визуализировать. Мне говорят, что у нас там, мне говорят, что у нас там тайминг, а мы как бы все... Проекты, да, ну хорошо. В общем, я вкратце рассказала, да, почему я знаю об этих проблемах, откуда. Да, и мы с коллегами быстро решили подытожить и сформулировать проблемы, которые есть на нашей стороне, зная, что у противника, в общем, все это лучше решено и организовано, да. То есть... Куда? Ага. Да. Соответственно, мы до сих пор не понимаем, у нас нет функциональных заданий, технических заданий от государства, да, от Министерства обороны, от ведомства и так далее. Каждый разработает свое решение, исходя из своих представлений о прекрасном, да, в лучшем случае, а вообще в среднем происходит так. Нам надо срочно Вот такой происходит сигнал с фронта, и мы бежим, начинаем искать поставщиков, которые пытаются предложить вот какие-то решения. У меня был вот апофеоз, как бы апофеоз точности постановки ТЗ. Мне прислали вот это, но это вот что-то не то, а ты можешь вот сделать что-то другое? Что-то другое, да. В целом так. Цитирую. Вот, соответственно, нет никакого органа, который бы координировал разные все эти независимые команды, и каждый раз... Каждый участник рынка мониторит рынок заново, пытаясь понять, насколько он изменился. Это очень трудоемкая работа, это очень сильно замедляет процесс. Вот. Соответственно, если Министерство обороны и ставит централизованные задачи, например, на ГУИРе, да, то не всегда может донести до этих команд, до всех команд, которые есть на рынке, что именно и как надо и куда. И не собирает обратную связь. А если и собирает, то очень медленно и, в общем, достаточно неэффективно. Вот. Из-за этого многократно переиспользуется ресурс, потому что в каждом соседнем гараже производится каждое одно и то же, как вы говорили, да, 15 команд только по производству этих детекторов. Это же очень большой перерасход ресурсов, когда его можно было бы... А с другой стороны, конкуренция? Ну, в целом, да, но... В том же артиллерийском софте, вот, да, вот сколько программ, которые как бы... Ну, на самом деле, когда требуется быстро поставить помощь на фронт, это очень сильно мешает, чем помогает. Вот, соответственно, когда, вот я лично свидетель, многократный в этих системных проектах, без конца происходит одно и то же. То есть независимые команды пытаются объединить свои ресурсы, потом начинают конфликтовать из-за того, что начинают делить ресурсы, поступающие на исполнение этой задачи. Капитализм рулит, все разругиваются в результате, дело стоит на паузу, в лучшем случае, в худшем оно просто погибает. Ну да, мы видели осенью, да, как эпически разругались производители ударных FPV-дронов после того, как, так сказать... Я была свидетелем, да. Да, я бегала между ними, как это, соединительные ткани, пыталась просить их, чтобы они все-таки продолжили разговаривать между собой хотя бы. Вот. Ну и, соответственно, у нас беда в том, что нет никаких стандартов совершенно, да. И как только возникает спрос на что-то, каждый начинает лепить, кто во что горазд. Давайте следующий. Так. Наоборот. О! Соответственно, у меня есть данные, да, мы изучали этот рынок, и у меня от разных коллег, у меня есть коллеги в сфере IT, есть всякие там разведки, АСИНТ и так далее. То есть мы примерно представляем, как у противника это функционирует. Вот. У них достаточно эффективная система народного ТВПК. Они отказались от вот инноваций с Министерством обороны, понимая, как все это медленно, тяжеловесно, они ушли от этой системы. Они создали систему сбора всей этой информации, связанной с народным ВПК, да, то есть специальный фонд, в который поступают средства от государства и решения снизу, и в котором происходит перераспределение этих средств, да. За счет этого что происходит? У них их решения разрабатываемые в разы дешевле, да, и очень небольшая дистанция на внедрение. У нас все происходит с точностью да наоборот. Мы, вот пример приведу, да, пожалуйста, на фронте. Все небо кишмя кишит беспилотниками, ЗУТ стоит бесконечный, круглосуточный.
у меня в это время вопли о помощи. Юля, срочно нужны дроны, срочно много, срочно везде, отовсюду, во все подразделения. С этой стороны производители этих дронов, FPV-дронов, закупщики из Китая говорят: Юля, помоги мне, склад затарен, тысячи дронов таких, помоги мне скорее, их сбыть не могу, ничего не знаю, что сделать. И я стою между ними и понимаю, что вот они дроны, вот они бойцы, вот вражеские над головой летают, вижу, сколько бойцов гибнет ежедневно, и по-прежнему до сих пор эта проблема имеет место быть. В общем, это очень больной вопрос. Так. Ну, здесь единственное, я бы вот пока этот слайд не ушел, я бы добавил, что, кому интересно, гляньте интервью Марии Берлинской с Сергеем Флешем, это два таких известных украинских волонтера, этих активистов гаражного ВПК, вот там, все то же самое, только наоборот сказано, что вот у русских все работает круто, а у нас, у несчастных хохлов, все работает на перекосяк. То есть, я сомневалась, пока стоит слайд или нет, потому что в целом можно предложение сформулировать, исходя из проблематики. Все сказано как здесь, только в обратную сторону. В этом смысле мы, конечно, воюем с зеркалом. Но что действительно у хохлов круто, не могу не заметить, это то, что у них этими всеми инновациями занимается не Минобороны. Минобороны занимается тем, что ездит по западным столицам и выклянчивает танки и ракеты всем составом. А именно разработками перспективными, технологическим, этим венчуром военным занимается Минцифры, такой Миша Федоров, известный очень в прошлом айтишник, причем известный даже больше у нас, чем там. Сейчас он целый вице-премьер, был министром цифры. То есть они все это завели на Минцифры. И там, соответственно, система военных акселераторов, у которых очень короткий цикл внедрения. То есть, если что-то подтвердило свою боевую эффективность, очень быстро включается рычаг масштабирования. То есть, у нас наша основная проблема действительно в том, что у нас много разработок, кулибинных у нас в стране всегда много. Но у нас дикая проблема в том, чтобы перейти рубеж серийности. То есть, при том, чтобы с этими даже детекторами, гигантским достижением считается, что мы их делаем там по 500 штук в месяц. А по-хорошему их нужно делать по 50 тысяч в месяц при нынешнем запросе. Но этого рычага мы не можем. И в том числе потому, как сказано на предыдущем слайде, существует такая система ведомственных колодцев. Каждое подразделение работает со своими поставщиками, каждая структура, у каждого свой вход в Министерство обороны, выглядит как как в древнем Китае, школа боевых искусств, школа пьяной обезьяны, школа танцующего леопарда, чье кунг-фу лучше, никто не знает, нет никакого места, где они могут сравнить, но у каждого есть гуру, и вокруг него группа адептов, уверенная, что он прав. Да, но я хотела бы нас немножко защитить, потому что я до СВО довольно долго, лет, наверное, 15, работала со своими коллегами-айтишниками на Украине. Я хочу сказать, что они действительно в некотором смысле сильнее нас, потому что в свое время американцы и европейцы зашли на этот рынок, когда была большая безработица, и начали пылесосом вытягивать все кадры с этого рынка и их обучать, и выстраивать систему менеджмента в этих компаниях. И кончилось тем, что ребята, управленцы этих местных больших команд разработчиков, бегали по улицам и буквально за шкирку хватали, я это видела лично. Ребята говорили: давай мы тебя научим, давай ты выучишь английский язык, давай ты будешь работать с нами, будешь получать большие деньги. И у них на момент начала СВО оказалось очень много команд, хорошо структурированных, с неплохим менеджментом. Поэтому они так быстро скоординировались. Не потому, что мы такие дураки, они просто сильнее. Нет, их годами к этому готовили, это десятки лет этот процесс занял. Продолжаем разговор. Так себе утешение. Это не утешение, это некоторое оправдание для нас, но это, мы должны знать врага в лицо, правда же? То есть тут не надо иллюзий питать на эту тему. Соответственно, как в целом у них система выглядит, пожалуйста. Центральная, из центра приходит функциональное задание. Через систему оно спускается, доводится до всех участников рынка, Затем отбираются отдельные команды на отдельные задачи, причем вся задача никому не видна, она видна только постановщику задачи, что отбирает инициативу у всех этих команд на драку.
Не за что драться. Тебе там колесо произвести, тебе там запчасти и так далее. Все быстро сделали и поехали. Получили свои деньги, все счастливы. Вбрасываются деньги живые, большие, за которые требуется минимальный контроль именно на разработку тестовых образцов для того, чтобы быстро можно было получить решение. И у нас этого, к сожалению, нет. Да? У нас, если это есть, то это все очень медленно, долго и до сих пор не развита эта система. Вот. А затем помощь с испытаниями этих образцов. Вот это просто боль. Потому что у нас, вот я просто бегаю по ведомствам, по генералам и прошу, пожалуйста, дайте нам этот полигон для вот таких хороших ребят. Эти хорошие ребята сделали вот такое решение. Его нужно потестить. Этот полигон еще 100 лет дают. И это все в обход Министерства обороны. Если идти в Министерство обороны, там вообще годами просто этот полигон будешь получать, годами за него отчитываться. И мы уже много так решений внедрили в жизнь, но это выглядит просто по-идиотски, когда ты просто приходишь и вот буквально на коленях просишь выдать полигон. А иногда ты еще должен остаешься за этот полигон. Вот. Ну и деньги на масштабирование – это вообще просто беда. То есть вот где мне взять деньги? Найди мне деньги. Подумаешь, какой-то миллиард. Ну, правда, что? Ну, подумаешь, какой-то миллиард. Мне это легко достать миллиард. Достань нам очередной миллиард. Да это уже очень легко, конечно. То есть у нас это просто беда. Это вот вся боль, подытоженная здесь. Это кровью, омытыми кровавыми слезами. Вот эти проблемы, которые мы, конечно, хотели бы, чтобы государство все же как-то включилась в процесс в этом смысле. Ну, хорошим теперь. Есть, конечно, предложение, да, и что нужно сделать? Нужно создать, уйти, соответственно, да, со стороны Министерства обороны, создать такой центр в волонтерской среде, пожалуйста, из тех организаций, которые многократно подтвердили свою эффективность, да, то есть они доказали уже свою способность эти системные проекты решать и создавать. Пожалуйста, давайте выберем каких-то операторов, да, пусть они занимаются этой постановкой задачи, согласованием ее непосредственно с Министерством обороны, с Главным управлением инновационного развития при Министерстве обороны и так далее. Да? Пусть они же занимаются, да, там, разработкой, там, масштабированием, при этом им будет выделяться финансирование под какие-то там гарантии. Да? Вот, они же будут у себя содержать всю эту базу знаний, стандартов, там, конфигурации и так далее, чтобы мы не бегали всегда по рынку без конца и не пытались понять, а что нового появилось за последний месяц, ой, да вы что, а я тут все прозевал опять в который раз. Да? Вот, они же будут обеспечивать поддержку испытаний. Соответственно, им уже более охотно будут выдавать разрешения на полетные зоны, на полигоны. Полигоны такие, полигоны сяки, на боевые испытания и так далее. Вот. И, соответственно, они смогут под собой объединять эти независимые команды. Вот. Кроме предложений, конечно, у нас есть ресурсы, которые мы можем поделиться. У меня этого слайда нет, простите, я не успела. Бегом просто в последний момент. Ресурсы, которыми мы можем поделиться. Да, во-первых, в моих руках, в наших руках есть фонд «Антитеррор». Его основатели ФСБ и ФСО, да, и этот фонд может выступать гарантом коммерческим средствам на целевое использование. То есть он непосредственно, мы через него уже реализовали несколько системных проектов. Нам его выдали под наш проект, под помощь спецназу. Он в моих непосредственно руках, то есть его президент выдал полномочия пользоваться им на полную программу. Это первое. Второе, конечно, это информационная поддержка на всех площадках медиагруппы «Спецназ России». Они сейчас не очень большие аудитории, но за счет партнерской связи с партнерами у нас очень много кросс-проектов со СМИ, и их мощностями можно тоже пользоваться для того, чтобы информационно оказать поддержку нашему народному гораздому ВПК. Юль, спасибо, да. Мне дико интересно, вот мне лично, но у нас просто еще 2 доклада и жмет время. Последнее, нетворкинг ассоциации ветеранов, с помощью которого мы соединили все это согласование, да, ну и непосредственно участие в переговорах, потому что, как оказалось, это большая проблема. Люди не умеют разговаривать между собой. Спасибо за внимание.